В Кемеровской области при пожаре в частном пансионате для пожилых погибли 4 человека. Возгорание произошло сегодня ночью. Спасатели эвакуировали около полусотни постояльцев. Среди них были лежачие пациенты. Уже стали известны возможные причины трагедии. Слово Екатерине Гоголевой. Буквально за час огонь уничтожил несколько комнат этого пансионата в селе Березово. Сигнал о возгорании поступил на пульт МЧС в 3 часа ночи по местному времени. Из горящего здания эвакуировали 43 постояльца. Действовали оперативно, так как гости были не в состоянии передвигаться сами. Пансионат специализируется на уходе за пожилыми больными с ограниченными возможностями. По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после чего сработала пожарная сигнализация. Спасатели, ликвидировав возгорание, обнаружили в комнате, расположенной напротив, тела троих мужчин без признаков жизни. Еще в одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки. В связи с этим прокуратурой Кемеровской области Кузбасса организована проверка исполнения законодательства по соблюдению требований противопожарной безопасности и обеспечения безопасности жизни людей. Всех эвакуированных постояльцев разместили в ближайших пансионатах и домах-интернатах. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности гибель людей. Екатерина Гоголева, ТВ-центр.